Привет, Самаргиз. Звездочка, к нам с неба звездочка спустилась и подружилась с каждым, кто впустил ее в семью. Там, где оставила она свой лучик, там таял лед, замерзших, одиноких душ. Она топила льдины страхов, обид, заболеваний и грехов. Она перевернула век страданий в довольство жизни и самим собой. Тому, кто обладал ее лучами, другим казался этот мир. Счастливым, светлым, теплым, страстным, надежным, безусловно, стал любим. Целительную обладали силой эти люди, лечили души близких и свои. Так что дала им эта звездочка, скажите, любовь. Та звездочка будила в них любовь. А где найти ее? Не надо, не ищи. Она придет к тебе сама, когда ты искренне захочешь любовь в себе самом найти.